Молнии такие там сверкали у нас. Сегодня 5 сентября. И такая гроза с утра. Невероятная. На весь город. Она была в нашем районе. Вот мы уехали от нее. Уехали вообще далеко. Она уже на подходе. Вот так вот. Все лето не было почти ни одной грозы. Но была одна сильная. И вот на сентябрь тебе. Обычно в сентябре уже никаких гроз не бывает. Давно-давно мы тут не были. Года два, наверное. И здесь все так зазеленело, все так разрослось. Красота, красота. Ну, дождик начинается. Вот, мы пришли в весну, запечатлеемся. Вот камни рядом. Здесь так уютно, так уютно. Так уютно и так зелено. Я даже не ожидала, что так может парк разрастись за буквально пару лет. Вот это да. Посмотрите-ка, площадка детская просто утопает в зелени. А мы когда-то тут гуляли, такая лысая была площадка. Вот сделала широкоформатный. Красота сегодня. Еще и гроза гремит. Невероятно так. Ну давай на поводок, вакай. Мама. Мы тут гуляем вдоль парка, около речки. Речка Нокса. Такая махонькая, ну так тут много. Ну классно, конечно. Тут зоны отдыха. Невероятно красивый парк. Он просто так оформлен. Удобно, так здорово сделан, что прямо вот люди сюда едут отдыхать. Я сейчас еле нашла парковочное место, все занято. На что это? Красивый ты мой мальчик. На что идем, да, площадочки? Идем. Уютно, красиво. Татарстан, наверное, для меня один из самых лучших городов для жизни. Ну, конечно, не во всех городах я была. Каюсь, если есть места краше, я буду только рада. Но этот город меня просто захватил. Больше никуда мне не хочется отсюда вообще. Очень зеленая зона. Я думала, никогда тут не будет настолько зелено. А оказывается, очень зазеленело все. Там газончики стригут все время. Всякие развлечения. Они уже давно, конечно, это все я видела много раз, но каждый раз это все как-то лучше и лучше, в общем. Обычно наоборот построят, а потом все ухудшается. А тут только все лучше и лучше. И везде в основном так. Очень классно. Вот здесь были коричневые деревянные сиденья, сейчас беленькие. Сделали под эту локацию. Очень классно. Дождик пошел уже хороший такой. А тут уже мы вышли от деревьев подальше. Ну что, Вака, пойдем, что ли? Отменилась сегодня площадка наша. Не стали мы на площадку идти, потому что дождь хороший.
Я зонтик не взяла, да и грязно будет. Спрячемся ненадолго. Вот перешли через речку, а тут уже коттеджный поселок. Здесь, конечно, деревья загораживают от дождя. Ну, есть своя прелесть под дождем. Надо мне дождевик одевать, у меня в машине где-то лежит. Друзья, мы из города прямиком в лес. И послушайте, какая тишина после дождя. Где-то там шуршит вакаха в кустах. Где-то самолет опять летит. Вака я вообще не вижу. Сторож.